Салаватский дворик за все время проведения стал по-настоящему народным праздником. Жители уже сознательно выбирают те или иные площадки, а их всегда в достатке. Можно просто посмотреть и послушать концерт, а можно поиграть в спортивные игры от перетягивания каната до различных викторин. Город наш будет лучше и удобнее, комфортнее для проживания. Вы видите, что изменяется система освещения, становятся лучше дороги. Но самое главное, очень хотелось бы, чтобы людям, нам с вами, в этом городе было комфортно жить. Я сама живу здесь. Здесь жила моя мама, живут мои дети, внуки. И вместе с вами я выражаю надежду на то, что усилия, которые предпринимаются городом, будут нами оценены и, самое главное, пойдут нам на пользу. Активно в организации этого праздника помогают учреждения культуры, культурно-досуговый центр «Агидель», историко-краеведческий музей и библиотеки. Готовились к ТАЗе не только артисты и организаторы игровых площадок, а и сама принимающая сторона. Салаватский дворик – это все-таки еще и конкурс на лучшее благоустройство. Сегодня мы хотели бы подвести итоги и вручить грамоты и небольшие подарки тем, кто любит свой двор, кто любит свои палисадники, свои балконы и, конечно, кто любит своих детей. Ведь им дальше жить. Не случайно этот праздник проводится именно летом, ведь далеко не все смогли выбраться на отдых за пределы города. И досуг летним вечером организован именно таким образом, жители воспринимают на ура. Лучшая оценка организации праздника – это то количество людей, которые выходят во двор. Более того, некоторые жители смотрят за представлением, даже не выходя из дома, со своего балкона. И все это говорит о том, что Салаватский дворик любим горожанами. Олег Халиуллин, Ильнур Зиязиддинов, телекомпания «Салават».